Волонтеры Донецкого приюта для животных спасли из-под обстрелов 600 собак. За ними ухаживают специалисты. У многих питомцев уже появились хозяева. В какие города и даже страны отправляются спасенные, узнал Сергей Макаренко. Это Донецкий приют для бездомных собак ПИФ. Самое большое подобное предприятие на всю Донецкую Народную Республику. Его отличительная черта, кроме стандартных функций, например, сюда можно привести животное на содержание, провести стерилизацию бездомной собаки или оказание медицинской помощи, или, как и любой другой приют, можно взять на поруки домой. Очень часто приют открывает свои двери для школьников с целью научить детей гуманному обращению с животными. Вы знаете, иногда приходят с таким интересом и энтузиазмом, что даже не ожидаешь. Потому что вот мне удивительно, когда приводят родители совсем маленьких деток. То есть к нам приходят с 2 лет. И говорят, что мы хотим, чтобы детки познавали животных, общались с ними. У кого-то, может, нет возможности содержать животное дома. Постоянно здесь проживает около 800 собак из самых разных уголков Донецкой Народной Республики. И не только. Например, есть собаки из города, который контролируют украинские силовики, Краматорска. Но что отличает этот питомник от всех остальных? В основном здесь собаки из зоны боевых действий, из которой люди не просто уходят, а бегут, оставляя свои вещи, жилье и, к сожалению, нередко домашних животных. Но собаки в результате боевых действий страдают так же, как и люди. Некоторые из них с тяжелыми ожогами, с оторванными конечностями или просто тяжелейшими осколочными ранениями. В Дебальцево, когда были интенсивные боевые действия, ей горячим осколком оторвало вот это все. Нос, рот, то есть остались у нее только жевательные задние зубки, и все, разорвало язык. Но надо сказать спасибо людям во дворе, где она жила, бездомной собакой. Они ее не бросили, несмотря на такое уродство, ну как вот, если со стороны глянуть. Они за ней ухаживали. За все время боевых действий на востоке Украины только через этот приют, вдумайтесь, прошло более 1000 собак различного цвета, размера и мастей. Забирают их чаще всего семьи из различных городов Донецкой Народной Республики, но не только. Еще из Европы, например, из Германии или из России. Вот, например, Мося скоро поедет своим новым хозяевам в Москву. Несмотря на такие тяжкие увечья, будем надеяться, что с ней будет все хорошо. Все-таки дома, в семье лучше, чем здесь, в приюте. Даже несмотря на то, что здесь круглосуточно за ними наблюдают специалисты и на девиз самого учреждения. Своих не бросаем. Сергей Макаренко, Павел Чуприн, Александр Левин. Лайф из Донбасса.